Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Хогвартс. Давайте по основному заданию пройдемся. Там то ли пешком надо бежать, то ли так телепортироваться можно. Я уж даже, честно сказать, я не знаю. Надо поговорить сначала с одним, сходить сделать какую-то хрень с другим. Вот, оказывается, мир гораздо больше, чем я себе представлял. Я думал, только Хогвартс, а оказывается, там еще куча деревень примешано. Ладно. Внешний вид любого снаряжения можно изменить в соответствующем меню. Да, оно мне не нужно. Так, какой-нибудь уникальный вид можете придать. Надо посмотреть, где и куда я смогу телепортироваться. Карта. Карта мира. А мне куда надо-то? Так. Так, я понимаю, мне вот сюда надо. Сейчас пешим ходом. Там, кстати, внизу пещера есть. Там камушек надо положить на пьедестал. Его просто приманите, и все. И дверка откроется в пещеру. А, кстати, в библиотеку так я не сходил. Надо в библиотеке проверить, что там есть. Ну и хрен с ним. Так. Как я говорил, вот, кстати, в доме тоже что-то есть там. Домик на берегу. Ну, насчет домика я не знаю, что там. Так не разобрался. Так, это что у нас? Овечка, овечка, овца. Вот, вот здесь вот я не понимаю, что здесь надо сделать. Показано вроде что-то. Ну а туда, если спуститесь, там это он. Кстати, он тот круг, я тоже не знаю, для какого хрена он нужен. Так. Давайте в дом зайдем, может. Где-то что-то. Прогружайся. Ревелио. Так, прогрузилась. У этого не было. Так, давайте соберем, посмотрим. В прошлый раз у меня этого не было. Можно было бы предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. Понятненько. Все. Говорю, кто хочет вниз спуститься, вон там. Вон там, вон. Видите, вот этот камень притяжением ставите сюда, там откроется пещера. Мы там уже были. Опа, кто-то красный злобный. Левиоса. Акио. Вау. Давай. Левиоса. Так, пушицевая топеройка. Херак. Да, с безопасного расстояния захреначил. Даже не знал. Испытание разблокировано, победи топероек. Пушистая топеройка, ну и хрен с тобой. Ага, одну из пяти. Ребеллио.
Так, там дополнительная какая-то миссия, даже, господи, даже. Так. Цилиндр. Ну-ка, давайте посмотрим. Больше, чем у меня сейчас шляпа даже. Так, где у меня шляпа? Так, 11, это 14. Ну, это уровень и чьих характеристик. Ну, хрен с ним. Ладно. Я пока не понимаю с этими характеристиками, не разобрался, поэтому... Давай так пока гонять. Ревелио. Блин. Под замком. Так. И у этого что-то купить. Подожди. Ну-ка, давайте сохранимся. Попробую сейчас этих нахреначить, кто там есть. Сохранить игру. Вот так. Давай, давай. Ревелио. Левиоса. Вот так. Завернул. Какую-то штуку собрал. Даже не знаю, кого убил. Кого я там победил. Ну ладно. Кто бы там ни был. А, вон ты где. Ладно, давай поговорим. Что ты мне расскажешь? Чего в такой дали? Хрен выговоришь. Дали. Как правильно сказать? Сориентироваться это в словах. Hello, Natty. How are Привет, Нати. Ты как? I hope you've recovered from Оправилась после нашего приятного визита в Хоксмит. Я в порядке, но беспокоилась о тебе, дружище, ведь за тобой охотится Рен Руквуд с Харлоу. Сейчас со мной все в порядке. Мы об этом не говорили, но я надеюсь, что теперь мне расскажешь, почему они тебя разыскивают. Ой, у меня одна вещь, которая им нужна. Давай, поделюсь с тобой. Профессор Фигов нашли в Гринготс. Когда это тебя занесло в Гринготс? Как раз перед приездом в Хогвартс. Из-за этого я и опоздал на церемонию распределения. Мы попали туда через портал, когда на нашу карету напали. Ничего себе! И есть еще кое-что. Честно говоря, это какое-то странно. Профессор Фиг говорит, что у меня редкая связь с некой мощной формой древней магии. Ты говоришь о магии, которая помогла сражаться с троллями в космосе. Думаю, да, я и сам еще толком не знаю, но я вижу ее следы и применяю такую магию, которую не могут найти объяснение. Я знаю, что это трудно принять. Это уж точно. И у меня еще масса вопросов. Но пока давай остановимся на том, что Руквуд и Харлоу представляют угрозу для нас обоих и для всех остальных, поэтому я и хотела с тобой поговорить. Вот тебе-то что угрожает? В тот день в Хогвартсе я кое-что поняла. Я увидела твое мужество во время боя с троллем и отвагу Сироны, бросившим вызов Руквуду и Харлоу. Вашей смелости меня вдохновило на решительный подвиг. Какие действия? Мы с мамой покинули Маттельбрент из-за таких людей, как Вудут и Холт. Я не намерена сидеть, сложа руки и смотреть, как они разрушают, что мне дорого, новый дом. Это отрадно слышать. Это может быть опасно. Предостереги ее.
Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. Сами по себе опасная парочка. Теперь они еще и с Рокхором спелись. Тем больше причин их остановить. По слухам, Тефл Харлоу заправляет делами шайки Руквуда. Если правильно справиться с ними, то вся затея Руквуда пойдет прахом. Может и так, но разве негодяям вроде Харлоу не должна заниматься констебль? Я с ней говорил, она была очень любезна, но по понятным причинам не стала обсуждать подробности с учеником. Я послушал разговор бандитов Руквуда о незаконном ловле волшебных существ, которые делали, подумала, что можно разузнать об этом побольше, собрать доказательства его вины для констебля Сигнер. Хорошо, но как? Я буду внимательно смотреть и слушать, выясню, что именно замышляет Харлоу. Как что узнаю, сообщу тебе. А пока помни, я всегда готова прийти на помощь. Спасибо, Нати. Так, ладно. Тут у нас сундуки. Это мы уже поняли. И вон там у нас сундучок. What's going on here? Вот так. Что тебе надо? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Кратце. Открыть журнал заданий. Так. Прошу прощения, у вас что-то случилось? Можно сказать, что да, я больше не могу вести дела, и к тому же едва не лишился жизни. Вам стоит поискать товар в других местах, мне теперь нечем торговать. Никогда не думал, что дойдет до такого. Не теряйте бдительности. Рок и его сторонники никого не пощадят. Они напали на вас. Ранрок не терпит гоблинов, которые не хотят к нему примкнуть. И мне бы тоже хотелось, чтобы волшебники относились к гоблинам как к кровне. Но я не считаю, что для этого нужно проливать кровь. Когда я сказал об этом, они вышли из себя, избили меня почти до потери сознания, отняли у меня тележки и все мои пожитки, и даже забрали самое дорогое, мои картины. Давай, я буду смотреть в оба. Очень жаль, что я с вами такое случилось. Если увижу ваши тележки, обязательно помогу. Так, не очень мило с вашей стороны. Думаю, что их утащили в лагерь к юго-западу отсюда. Дорога туда проходит возле руин, пытаясь их вернуть. Было бы очень опасно затеять. Правда, я заколдовал тележки, чтобы они вернулись ко мне в случае потери. Хотя шансы и невелики, но все же еще надеюсь, что смогу вернуть их себе часть украденного. А, так всего лишь надо только повоевать за них. Ну давай глянем хотя бы. Ни хрена себе. Аж 500 бежать. Давай глянем. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, это, конечно, не готика. Ну что ж. Ревелио. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Так. Ревелио. Опа, какой-то камень взял. Ладно. Пойдем далее. Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки? Так, подождите. Акио. Еще разок. Давай глянем, что это. Ревелио. Быстрее давай. Какой-то праздничный шатер. Гибридский черный дракон. Это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежащая одному из таких драконов, является ценностью Арчи Бакла, которую он хранит в своем тайном убежище. Ну, даже не знаю. Нет, давайте сначала сюда. Что за камень? Я не знаю.
какое-то животное, вот смотрите. Так. Так. Собрал. Клык паука. Ну давай, давай, давай. Блин, почему вот Хогвартс? Вроде такая игра, но пипец, сколько места сжирает. И сжирает и оперативку, и видяху надо мощную, и все надо. Что за херня? Причем в столице стоят видеокарты гораздо дешевле, чем в провинции. Я надеюсь, правильно выразился. Looks as if there's more than one way to enter. What was that? Enjoy suffering, do you? How many of you are there? One less shoe that's a worry about. Potato. Nah. You won't get away. Nah. Nah. Блин. Easily diverted. Да. Так. Да, расхреначивало. На. Блин, ни хрена, что-то их слишком много. Так, ладно, давай. Так. Давай с последней контрольной точки. Охренеть. Ну, вроде неплохо смогу, да, там подсобрать все равно. Обращайте внимание на необнаруженные точки с летучим пламенем, чтобы разблокировать. Это да. Летучее пламя. Давай, что там? Крыса, змея, птеродактиль. Не знаю, какая хрень еще там. О, крыса, змея. Тигр. Ага! There you are! How many of you are there? Such arrogance. Don't for me. Protego. You won't stop me. Почти. Much too slow. Не понял. Акио. Опа. You don't believe you can defeat me, do you? No. What an unfortunate disappointment. No. Так. Ну
Где-то чувствую, прям еще есть. Нет? Вот он. Ревелио. Твою ж мать-то. На. Стой. Looks as if there's more than one way to enter. Блин, все бутылки на вас потратил, козлины. Ревелио. Ревелио. Так. Акио. Высвободить тележки из лагеря. Сейчас, минутку. Ревелио. А как мне быть? Акио. Ну-ка, тележки, я даже не знаю, вот это тележки или что? Мне что-то кажется, что это... Ревелио. Не то. Ага. Ревелио. Инсендио. Так. Что тут? Давайте посмотрим, что тут имеется. Ревелио. Так. Лагерь. Левиосо. Инсендио. Ревелио. Ну, они светятся, значит, с ними что-то можно сделать. Ладно. Я пока не понимаю, что здесь можно сделать. Уж слишком, блин, хоть бы какую-нибудь подсказку дали. Нет. Так, и ваши ячейки заполнены. Хоп. Эй, хоп. Ладно. И грибы, и там какая-то туманность. Ну и хрен с ним. Так.
Понятненько, что нам ни хрена не понятно. Но мы тем не менее сделали миссию. Два бутылька, кстати, мы. Прогружайся, давай. Аж твою ж то мать-то. Ревелио. У меня там такое забитое. Интересно, интересно, очень даже интересно. Инвентарь. У тебя, говорит, забитый инвентарь. Очки. Еще он опять выше даже. Это что, необычные? Так, уровень ячейки, характеристик 1, характеристик 2, характеристик 3. Это на 11, это на 14. Надо очки продать. Я даже не знаю, блин, ну, вроде места же есть. Ревелио. Так. Там еще какое-то место есть. А давай беги. Ревелио. Левиоса. Так. Давай еще разок. Вот так. Так. Ревелио. Чего вы там такого охраняете-то? Так, ладно. Господи, там еще волков тьма. Ревелио. Левиоса. Так, где я там? Ревелио. Я что-то не понимаю. Обитание каких-то конкретных волков тут что ли было? Так. Надеюсь, я стал более крут. Волкам хрена. Ну, кстати, да. Волки это санитары леса, их любить надо. Ревелио. Они очень полезные существа.
Ну, как бы то ни было, миссия была совершена. Завершена. Так, окольными путями. Мы не ищем легких путей. Что там по дороге-то? Ревелио. Когда тут вот камень какой-то есть, так вот. Опа. Вот так. Ревелио. Хоп. Эй, хоп. Сраные пауки не выходят? Нет. Так, бежим, бежим, бежим. Так, чем ты меня вознаградишь? Эй. Ага, все-таки попал где-то на гнома этого гребаного. Ждем отклика. Похвалил меня? Арн, я к вам с хорошими новостями. Ваши тележки скоро будут у вас. Че, ты че, че, алкаш, че говоришь? Ни хрена не видно. Нету букв. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Я тебя не понимаю. А, среди сторонников Хагрида я дураком за то, что верил в доброту волшебников, но благодаря вам я знаю, что не ошибся. Было трудно. Дай мне хоть что-нибудь. The ones I faced were determined to make things difficult. I'm glad you're all right. И я, о, я жду, не дождусь, когда ко мне вернутся вещи, особенно краски. А знаете, вы меня вдохновили. Я много лет водил дела с ведьмами и волшебниками, и мы всегда отлично ладили. Наверное, я посвящу свое следующее полотно всему хорошему, что у нас было. Чудесно. Желаю вам удачи. Скорее бы взяться за работу. Еще раз спасибо за все, что вы для меня сделали. Вот так. Блин, далеко ли мне? Давайте посмотрим, как далеко мне хреначить. Так, испытание задания. По травологии. Так, испытание Мерлина. Посетите занятия по травологии. Так. Так. Женщине у причала нужна помощь. Я вроде видел ее. Нет, это не та. Все-таки я ее не видел. Там меня не было. Ревелио. They must have come this way. Think. Ревелио. О, такой круг я уже видел. Никого я тут не видел, а я занимаюсь исследованиями, и мне некогда выслушивать. Виктору Руквуду будет плевать на твое время. Ха, на ловца зверь бежит. Мистер Руквуд хочет прикинуться с тобой пару слов. Вы что, взялись за учеников? Заткнись. Оставь ее в покое. Остолбней. Вот так. Берем. Все берем. Let me answer. No.
На. Ага. В разделе коллекционного руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях и определенных заклинаниях. Да. Подожди. Все? Мы с ними расправились. Что-то за круги нахуй на поляне. Говори давай, бабка. Ну, разогревай свой речевой аппарат. Вы в порядке? В полном и во многом благодарны вашему мастерству и защитных заклинаниях. Не объясните ли вы, почему двое Плимберг готовы были отправить меня на тот свет, лишь бы добраться до вас? Грабители, вымогатели, подельники Виктора Руквуда, похоже, не очень вами интересуются. Это долгая история, но благодарю за помощь. Ну что ж, на сегодня вам удалось от них избавиться. Плимя предупреждала меня, что здесь становится все опаснее. Лучше продолжу исследование, пока они не вернулись. Продолжай. Вы проводите исследования? Вот это я к вашим услугам историк и археолог, специализируясь в изучении профессионального жизненного пути Мерлина. Ага. Давай, Артур не более чем миф. Миф, говорите? Хорошо, что сэр Кондрат вас не слышит. Со своего портрета в Хогвартсе он столько и вещает, что о былых делах с Мерлином. Вы ведь знаете, что Мерлин учился в Хогвартсе, и я изучаю некоторые интересные приспособления, которые он здесь оставил много веков назад. Приспособления этих кол увидел виноградом здесь множество, и привыкли назвать их испытанием Мерлина. Ага, вот эти кольца. Я считаю, что он создал их как раз развлечение для друзей. Так, всякие загадки, головоломки. Это удивительно. Давай. Принимаю, чего так столь интересно. Мне не терпится узнать побольше об испытаниях. Хорошо, тогда расскажу вам маленький секрет. Никому еще не удалось разобраться, как они работают, но, думаю, я только что обнаружил ключ к разгадке этой тайны. Говори тогда. Подозреваю, что сладкое не так важный компонент, приводящий в действие механизм испытания. Сладкая мальва. Растение универсального применения, Мерлин постоянно упоминал его в своих трудах. Я как раз добралась сюда, чтобы провести свою теорию, и тут меня как грубо прервали. Видите, в центре каждой спирали в записках Мерлина находится символ. Это название меня и навело на мысль, что в центре символов нужно поместить сладкую мелю. Вот именно. Не поможете ли мне с этим? Посмотрим, что получится из нашей маленькой гипотезы. I brought a trunk chock full of mallow seeds with me. It's just over there by my tent. This trunk. Так. Yes, take plenty. Да, берите побольше, если у вас уже есть. Так. I have the mallow sweet. Теперь у меня есть сладкая мельва. Now. Отлично, теперь обратите внимание на лозы вот здесь, на колонках и на спирали на земле. Эти элементы есть в каждом испытании. Бросьте сладкую мальву на спирали и посмотрите, что будет. Ничего себе, видели? Лозы исчезли. И что теперь делать? Никому не известно, интересно, что это за... Амиральные огни. Пайлз.
Lumos. Levioso. Accio. Так. Пройдите испытание Мерлина. Подожди. Так. Не понимаю. А. Пройдите испытание Мерлина. Ну давай попробуем пройти испытание Мерлина. Да вообще не то нажал. Репаро. Lumos. Incendio. Perhaps a spell might help us here. Что надо сделать-то? Я даже не понимаю. Revelio. Так, попросила меня продолжить сладку, ну, так на спирака. И вдруг произошло что-то необычное, интересно, что Мерлин хотел скрыть этими головоломками. Так. Я ни хрена тебя не понимаю. Подожди, что-то вроде как произошло. Ага. Левиосо. Инсендио. Так. Что-то не понял. Так. Испытание пройдено, так. Колонны уходят в землю. Так, а тут что за херня восстанавливаться? Ну и денек, даже не верится. Что это за хрень? Поговорить? Ну давай. Расскажи-ка мне. Давай говори со мной. Полагаю, можно сказать, что мы достигли. Так можно, конечно, но теперь у меня еще больше вопросов. Как все это работает? Нужно свериться с записями, вдруг я что-то упускаю. Все эти испытания такие? Не совсем, но я думаю, при каждом есть. При характеристике лозы и спираль на земле.
Если заткнетесь, наткнетесь на них, разгадывайте на здоровье. Думаю, у меня уже есть все необходимое для дальнейших исследований. Думаю, для каждого из них потребуется сладкая мальва, которую всегда можно найти в Хогвартсе, если понадобится. Вообще-то, мне уже пора. Очень рада была с вами познакомиться. Ну, понятно. Так, а что я получил-то? Так, берегите себя, я знал, что хотел. Теперь могу вернуться домой к своим делам. Так, ну-ка, давайте-ка я... ни хрена себе! Здорово ты придумала! Ладно. Так, надо сохраниться. Хочу проверить еще вот эту штуку. Мы же там были сейчас только что у гоблинов. Так, сохранить. Сохранено. Хочу проверить одну штуку. А что она мне дает, интересно знать. Я понимаю, что испытаний, головоломки, это да. Но что-то же еще должно давать. Так, это, как понимаю, там твоя точка должна быть, да, гоблин? Так. Беги, беги, беги. Так. Здесь я уже собрал все, что хотел. Ревелио. Так. I know what that means. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Хорошо. Так, еще одна загадка была решена. Только что мне это дало? Неизвестно. Их надо все решить, чтобы что-то получить. Так, ладно. Сейчас посмотрим. Если лагерь отмечен, то... Придем. Если лагерь не отмечен, то хрен с ним. Так, испытание Мерлина, вот еще одно. Что тут? Одна студентка с тоской смотрит на воды Черного озера возле Нижнего. Так, интересно, о чем она думает.
Логово дворняк. Вот сюда мне надо. Так. Ugh. Shame you're so foul. Идем, идем. Ревелио. Так, а здесь я волков гасил. Что-то я не совсем понимаю, куда это я попал. Так. Вот. What was that? Вот так это делается. Блин, ячейка полная, ладно. Lumos. Incendio. Так, где-то тут что-то было еще. Accio. Так. Где-то еще было. Подожди, я точно знаю, что было. Вот оно. Еще где-то что-то есть.
Акио. Так, подожди, где еще что-то? Ревелио. Минутку. Охрен там. И вон там яма какая-то. Вот туда, честно сказать, я даже не знаю, что туда поставить. Ревелио. Тоже шары. Только где эти шары взять? Стой. Вот они. Акио. Ревелио. Инсандио. На. Акио. Пойдем, пойдем. His Merlin trials won't get the best of me. Хорошо воспитание, да? Ну да. Не знаю, что это, конечно, мне дает. Ну да и ладно. Так. Отправляемся до следующей главной миссии. Так, куда мне надо? Господи, посмотрите, посмотрите, как много тут всякой... Ёж твою шиш мать! Ходить, бродить. Давай. Телепортирую. Хорошо, что я там еще полазил в этой гребаной, кто она там, в растительности, теплице этой. Да, испытание, собственно, ну, не сложно. Хотя с каждым испытанием надо думать свое что-то придумывать. Не факт, что мне всех заклинаний хватит, чтобы разгадать на данном этапе. Потому что где-то, мне кажется, надо будет и левитацию, которая управляется так же, как с колоколами наверху, там колокол по-другому никак не направить, кроме как стрелками. Это надо развитую левитацию. Лавиалосса или что там, лавиаса. Да? Ну что ж, давай. Пользуем. Вот сюда пойдем. А мы пришли. Давай рассказывай мне, как живется вдвойне. А где мой кот, который ночами орет? Не знаю. Да, которому хочется близости, где-то поблизости. В Бэтмене Лиана. Она бы была бы рада. Или как? Лиана, по-моему, звали. Доброе утро, профессор. Ленора, дорогая, я очень рада тебя видеть. А вот, держи, это пригодится сегодня на занятия. Подарок для твоей тетушки. И тут я, модный. О, добрый день. Класс, приветствуйте новую розу в нашем саду. Я вообще-то ромашишка. У меня шишка. Ну, теперь будем расти вместе. Я очень рада, что мы снова собрались здесь. В этом году вас ждет волшебство и радость. Но самое главное, что мы будем выращивать на травологии, это знания. Это кто знает травологию, боится ядовитых тантракул не больше, чем хрен знает что. Итак, приступим. Сегодня мы познакомимся с громкоголосым клубнем, известным как корень мандрагоры.
акцию. Ну давай, выдергивай. Давайте поможем нашим узловатым подопечным перебраться в гору, в горшки поудобнее. Но сперва защитим уши. А теперь каждый возьмите свою мандрагору за листья и резко потяните. Что, мне тоже тянуть? На! Скорее суньте своих мандрагор в горшки и присыпьте землей. На. Спокойно. Спокойно. Земля должна укрыть корень. Так теплое, как теплое одеяло, и мандрагора тут же успокоится. А зачем им глаза, если они под землей живут? Мне очень жаль. Видимо, вам досталась почти взрослая мандрагора. Ну все, пора прощаться. Вы все отлично поработали. Что-то на меня как-то... Итак, теперь мы будем сажать бадьян на столах для горшков. Так, мне что, поговорить с тобой надо, ладно? I need to have a brief word with our new student. Did you? I do wonder about Professor Fink. Давай, кто первый со мной будет говорить? А профессор и будет говорить. Yes, professor. Да, профессор, прежде всего хочу похвалить ваши навыки работы с мандрагорой и нюансы ухода за ней. За ними порой сложно. Ух, ухватить. Мне понравилось. Я буду извращенцем. Мне понравилось. Конечно, понравилось. Нахрен, когда так орут, блин, как сирена. Вообще-то мне очень даже понравилось. Ваша любовь к предмету очень интересна. Мне приятно это слышать. Вы впитываете знания по травмологии, как губка. И теперь также говорила, будем сажать бадьян. Сперва найдем вам семена. У меня уже есть семена, купленные в Хоксмиде. Вы посетили волшебную брюху. Чудесно. Подготовка почвы для занятий. Это очень важно. Я организовала вам отдельный стол для горшков. Хотя после начала учебного года сделать это было непросто. Но горшок я организовал непросто. Посадите семена, а потом вернитесь и соберите урожай. Почва, свет и волшебство – это прекрасно. Но растениям нужно еще и время. Блин, тебе что, горшки свои организовать сложно было? Охренеть, она твоя... За организацию, твою ж мать. Так, бадьян. На. Будет готово через... Так. Все, что, ждем? Отличная работа. Наш бадьян будет готов для приготовления рыбиного твара, как только подрастет. Я попрошу профессора Шарпа сообщить вам. А пока давайте отвлечемся на другого представителя флоры, китайскую жужжащую капусту. Господи, что китайцы только не придумают. Некоторые растения принесут куда больше пользы для котла, нежели в котле. Капуста должна постоянно что-то жевать, иначе она становится раздражительной. К счастью, у меня есть специальный манекен. Будьте добры, дайте-ка ей... Хорошо, профессор. Она в другой теплице по ту сторону пешеходного мостика. Из этой комнаты ваш одноклассник Мэтью любезно предложил показать вам ее. Когда закончите, подойдите ко мне и берегите пальцы. Она кусается. Ну, конечно, если она что-то жует. Так, ты меня или кто меня проведет? Ой. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me. Revelio. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Подожди.
Всех их вместе соберем. Соберем. Атакуйте манекена с помощью китайской межущей капусты. Подожди. Это что у меня какая-то... А как я должен ее атаковать? Не понимаю, так. Я должен был кинуть, что ли? Так, надо сохраниться сначала. Ага, недоступно. Что мне нужно сделать? Я смог отправить тебя ухаживать за капустой. Это несложно. Просто, так, это просто отшвырни несколько шинов и поймешь, почему ее назвали жужжащей капустой. Без проблем. Только я вроде ее всю собрал. Удерживайте тап и нажмите, чтобы открыть круговой так. А как мне ее кинуть? Зажмите тап, чтобы использовать назначенное вами инструмент. Как кидать-то? Так, удерживайте так, чтобы открыть круговое так меню и нажмите китайскую жжащую капусту. Затем нажмите Tab, чтобы использовать назначенный вами инструмент. Вот я не понимаю. А, только гляньте, они лопают все, до чего могут добраться. Клочья разнесут, короче. А я могу собрать это? Vicious little bastards, aren't they? Мелкие, а опасные, правда? Вот такие растения мне по душе. Это не какие-нибудь бубон, тюберы. Не в том смысле, что без них не справишься. Просто представь, если это будет. Их, наверное, иногда они полезны. Наверное, так пригодится. Порой любая поддержка полезна, даже от капусты. Когда вокруг такое творится, ну... Тролли, Хогвартс и тому подобное не стоит пренебрегать любыми средствами, даже крестоцветом. Если тебе нужно, их можно будет купить так. Так много растений, в том числе таких, какие в саду не сажают. Ну ты понимаешь, в общем, мне пора обратно в класс. Понятненько. Блин, лопнуло. А тут не будет такого, что потом еще что-то... Подожди. Вот так. Я где-то тут что-то сажал. Еще 4 минуты. Хорошо. Давай поговорим с тобой. Сим, капуст нахрен у меня еще... Я закончил с китайской жжащей капустой, профессор. Занятное растение, правда? Надеюсь, вам очень не очень досталось от укусов. Во всяком случае, я на вас их не вижу. Ну и славно, ведь у вас, похоже, легкая рука. Мне ужасно любопытно, что же из вас вырастет. Что ты меня за растение считаешь, тварь такая? Давай, польстим тебе.
Волшебные растения могут приносить огромную пользу. Мне нравится их изучать. Правда, потому что работа и непочатый край. Заботьтесь о своих растениях, и они отплатят вам тем же. Ну, на сегодня все. Заходите как-нибудь, поболтаем. Мне ужасно нравится общаться с новичками. Конечно. Новые мировоззрения — это всегда приятно. Задание завершено. Занятие по травологии. Блин, единственное, что-то вот ждать придется. Жмем на паузу. Итак, мы подождали и дождались. Собрали. А, тут еще будет. Все, понял. Блин, можно было и не ждать. Приходи и рви. Это что такое, тайная комната под запретной секцией? Ну, не знаю, давайте посмотрим. Там, кстати, да, надо пройтись, посмотреть. Что-то собрать, я так думаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сходить, купить, что-то продать. Освобождать общее место надо. Хотя вроде по ячейкам там написано, это нарисовано, вроде много ячеек. Я много должен с собой таскать. Не знаю, килограммно это зависит, или поштучно это зависит, или как оно должно зависеть это. Так. Подзаправимся. Да, чай после коньячка не очень, конечно. Ну, единственное, что хорошо, то, что он холодненький, тут жарища такая уже. Сколько там? Минус 2, наверное. Минус 3. Так. А, в данный момент я ничего не отслеживаю. Хорошо. Давай будем отслеживать. Так, карта задания. Задача, профессор. Так, уклоняйтесь, используя так кувырок. Профессор попросил меня попрактиковаться, исследовать так кувырок для уклонения. Так, она также хочет, чтобы мне удалось поразить несколько врагов с помощью инсендио. Мой руководство не может указывать путь для выполнения этой задачи, но сама карта все равно может оказаться довольно полезной. Даже не знаю. Как это, мне надо куда-то с врагами биться, что ли? Ладно. Попробуем где-нибудь, когда-нибудь. Конечно, это. Так, задание. Так, рукоятки палочек найди, ключ, камни. Так, это вот поговори вообще. Скрещенные палочки, раунд 3. Стоит оно мне то? Ну, давайте попробуем. Как раз, может быть, вот здесь и используйте так против врагов 5 раз. Ага. Ну, давай, вот так вот. Карта. Так. Сюда. Надо, значит, огонь, да, использовать. 5 раз и кувырок. Попробуем. Сложно, конечно, будет. Сразу говорю, сложно. Сложно. Баба не боец. Не боец, надо паренька с собой брать. Он вроде пошустрее будет. Да поопытней. Ага, не хочешь, ну ладно. А, хочешь все-таки. Ну давай, что ты мне скажешь. Напомни, пожалуйста, что делать с хитроумными ключами. Заметив или услышав летающий ключ, следует за ним, и он приведет тебя к шкафу. Самое сложное — это вставить ключ в замок. А, это мы знаем, это пришлепнуть его. Все, я понял. Ну. Так. Привет, Локон, к финальному раунду. Все, так, уже все готово? Давай. Ну? Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands?
Big match today. Сегодня, последний день. Так, вот и настал решающий момент. Сейчас мы узнаем, хватит ли тебе подготовки и самоотдачи, чтобы победить. Попробуешь войти в историю? Непременно. Давай. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with Дуэль будет с партнером. Да. Yes, Sebastian. Then let's get started. Тогда начнем. Так. Ой, сложненько будет. Сложно. We can make this a real victory. Так, эта игра будет настоящая. Сложно. Вот это по-нашему. Чё по-нашему-то? Ни хрена, сколько вас? Охренеть. Так, привязка к цели, так. Ну это понятно. Да. На. На. Подожди. На. 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 Подожди. Тихо, тихо. Давай, давай. Тихо. Да хрен там тебе. Так, я вернулся. Давай, успеваем. Что-то я не понял, что случилось? Поражение, блин. Вот тебе и вернулся нахуй. Ну, давай еще разок попробуем. Нет, попробуй снова. Ну давай еще попробуем. На редкость неудачно. Yes, I'm ready now. Very well. Да, я уже готов. Хорошо, удачи тебе. Хорошо. Ну, где ты? There goes my wager. Incendio. На. На. Подожди. А, я проиграл уже, все. Быстро. Incendio. Поражение. Почему поражение-то? Ладно, еще раз попробуем. Быстро что-то меня загасили-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай. Care to try again? Давай-ка еще разок. Блин, вот прогружалось бы быстрее, так может бы быстрее справлялся бы. Давай. Где ты? Это мы знаем. На.
Leviosa. Accio. Leviosa. Accio. Protego. Accio. Ah. Leviosa. Так. Сейчас я постараюсь его выкинуть полностью. Так. Инсендио. Да. Акио. Давай. Ага. Левиосо. Стой. Incendio. Nah. Leviosa. Incendio. Protego. Так. Leviosa. Accio. Не понял. Incendio. Что-то глюкнуло где-то. Ну да и ладно. Это уж не мои проблемы. Так. Да. Давай. Ай-яй-яй-яй. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Победа. I could never duel like that. Ну что это за дуэль? Ну как есть. У меня тоже глючило, так что давайте уж по-честному. Так. Вот это да, победа в турнире дается не каждому. Это большая честь. Ну да. Не важно, что я отвечу, да, это один, что у меня все получилось. А мы рады, что нашему чемпиону не нужна скромность, и теперь пора тебе получить приз. Давай. Для меня большая честь вручить тебе этот простой, но изящный символ твоего непревзойденного мастерства в дуэльной деле. И что такое? Давай, спасибо. Спасибо будет достаточно. Thank you. It's been an honor. Приз твой по праву, с твоим дуэльными навыками стоит считаться. Ну что ж, турнир окончен, победитель награжден, пора и учебой заняться. Интересно, как там мои растения для вот для травологии. Ага, понятно. Ну все, задание так завершено. Чем мы сейчас займемся? Задача профессора, так, два отслеживания задания, так, что-то вы... Сделал, да, я? Что-то я выполнил какое-то задание. Hello, Lucan. Привет, я хочу потренироваться на манекене. Отличная идея. В этот раз будет посложнее. Пожалуй, позже. Нет, манекены меня не интересуют. Все. Я думал, может, мне что-то бонус какой-то, фишечка еще какая-то будет. Actually, I might come back later. Все, я лучше вернусь позже. Итак. Давайте посмотрим, где у меня задание-то отслеживаться. Так, изгоняйтесь, а так используя кувырок. Ага, еще две надо. Это получается, мне надо за пределы выйти. Хогвартса, карта... Ну, даже не знаю, старый глупец, старое заброшенное здание. Давайте туда схожу. Так, наверное.
Два раза кувырок сделал, чтобы уклониться. Что-то мне еще нужен, значит. Так, а сохраниться надо. Сохраниться. Сейчас сохранимся. Да. Два кувырка. Я так думаю, мне новое заклинание можно будет и сюда изучать. Я так предполагаю. Потом зайти еще в семена. А, кстати, там надо зарасти. Это, как я понимаю, семена можно садить. Они там будут расти, потом приходить, просто собирать их. Я так думаю. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ну давай, вот сюда пойду. Честно сказать, я даже не знаю, куда я бегу. Надо по карте посмотреть, куда я развернуться. Ну? Надо на... назад, и потом так получается налево. Назад и налево. Давай. Вот сюда куда-то надо бежать. Через мостики. Кладбище? Ревелио. Так. Снаряжение все заполнено. Надо продать. Ну-ка, давай-ка продадим. Кстати, надо подожди, снаряжение. Снаряжение мне сначала посмотреть надо, что за снаряжение у меня. Что я взял и что продать можно. Перчатки. Так. Вот очки. У меня какие очки? Вот эти одеты. Вот 4 штуки очков продать. Так. Два синих плаща. 4 очков и 2 синих плаща продать. Ладно. Где тут продать-то можно? Блин, блинский. То есть здесь можно что ли продать? Давай. Давай, F. Здесь я еще не был. And how would one like to be styled today? Давай. Hello. Здравствуйте, проходите, проходите, добро пожаловать. Welcome to Madam Snail's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce Знаю, что представляться нет необходимости. Раньше меня называли Снелли. О, Снелли, почему бы тебе не выучиться на мракоборца? Но я всем утерла нос, пока они в своем министерстве корпят над пыльными бумагами, но дело процветает. Что касается вас, я понимаю, почему вы пришли ко мне. Только посмотрите на себя так, закрой рот лучше. Looking for a change, are we? Однозначно нужно что-то менять. Менять? Почему бы и нет? А, прическа. Господи, это парикмахерская. Why not, I say? А что вы предлагаете? Some are going for that. Некоторые, те, как маглы, так упиваются смертельно опасными вещами, все ради привлекательности. Так, зачем хлорид, кальций или аммиак, когда есть магия? Why don't you spend a moment choosing Подумайте how минутку, like как бы вы хотели выглядеть. You can change your hair too, if you'd like. Так, давайте ознакомимся сначала с услугами. Мне вообще-то так-то продать вещи надо. What services do you offer? Ну? What is it you might be interested in?
Прическа. О, это меня не интересует. Прошу уж прощения. You can stop by anytime. Так. Я думал, продать можно. Ладно. Бегу по центральной улице. Так, собираю. На этих бочках находится популярная волшебная выпивка, сливочное пиво. Этот напиток продается как в холодном, так и в горячем виде и имеет небольшое содержание алкоголя, что, похоже, влияет на домовых эльфов гораздо сильнее, чем на людей. Так. А здесь у нас что? Ревелио. Блин, там я не сделал. In, around, а, вот с какой стороны я подошел. Кстати, там надо было посмотреть, может, там что-то нашел бы. Давай. Plenty for your perusal today. Так, take your time. Продать предметы. Продать. Два синих плаща. Так, что тут? If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Нет, так. Очки. Необычные. Так. Даже не знаю, еще вот найти, наверное, продать. Полосатый. А, неважно, да, какой? Да, бог с ним. Продал и продал. Так, давайте к парикмахерскую, не знаю, зайдем, что ли, еще разок. Она где-то, вот она. Да? Хочу посмотреть, не пропустил ли я там чего-нибудь. Открывайся, Сезам. Ревелио. Так. Ну. Ну давай, давай, давай. Парикмахерская, салон мадам Снеллинг. Блин, у других таких проблем нету, да? Lumos. Ревелио. Come on in. Come on. А, подожди это. Так. Где-то еще сундучок был. Небольшой, вот он. А, этот нет. Ну и ладно. Левиосо. Блин. Ладно, подожди. Так, чтобы нам не попасть в просак, нам надо... Птицы летают. Угу. Вот это я хотел нажать. Смотрим. Так, очки есть. Перчатки есть. Шляпа есть. 22. Так, у этого характеристики 1, у этого
Нет характеристик. Так. Плащ. Так, надо 17, да? Уровень 17. Здесь нету ничего. Это еще ничего не разблокировано. Хорошо. Давай посмотрим по карте, куда мне двигаться. Карту я сказал. А, правильно, по дороге направо. Так, кладбище, так я понимаю, мы пропускаем. Стой. Темная кепка. По-любому здесь кто-то есть. Блин, там, да? Только с жетонами. Так, ладно. Ревелио. Нам надо наверх. Опа. Опа. Сюда. Не сюда. Подожди, вот сюда. По дороге по прифронтовой шел солдат в шинели новой. Вот сюда идем мы. Забрал. Ходят слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающее заклинание, чтобы эффективнее хранить свой инвентарь. Однако он просчитался, и по сути это закончилось тем, что все исчезло. Lumos. Так. Ревелио. Книга, вон она, бабочка. Акио. Забрал. Ревелио. Где ты? Инсендио. Лумос. Пошли. Сейчас я тебя пришпилю. Вот так. Забрал. Ревелио. Так, по-любому тут что-то есть такого еще, чего я просто не замечаю. Так. Sometimes it seems all roads lead. Мне нужны еще. Еще враги. Подожди, а как туда попасть? Это дверь? Это дверь. Давай соберем и посмотрим, что это за оно. Это большое дерево с извилистыми ветвями поддерживает магазин Тимофилы и Поганки. Ага. Так, я что-то уже приобрел. Аж в двойном размере. Давайте посмотрим. Так, перчатки. На 15 выше. На 19 выше. У меня сейчас вот эти стоят. Ну вот уровень ячейки характеристик 3. На 19 вниз. Ну вот. Две перчатки, синие и зеленые, можно продать. Ляпы.
Так, ну у этого точно такая же характеристика, как у меня. Так что можно продать. Так. Ну, на 6 больше. Так, характеристика 1. Шарфик. Ну, шарфы-то вот. Давай, шарфы. Если, конечно, она еще купит. Ты купишь у меня, нет? Поганки твои тут. Hello. Oh, hello. О, здравствуйте, извините, я никак не успокоюсь. Пришла отругать некоторые растения за то, что они плевались и кусались. Наверное, сама виновата, но в одном... Так, кстати, меня зовут Беатрис Зелень, но вы можете обращаться ко мне, мадам Зелень. Добро пожаловать. Поосторожнее с Мандрагорой. Это мы знаем. Так много мне и не понадобилось, если бы не постоянный спрос на противоядие. А еще проклятие, конечно, уже, если вас парализовало, очевидно, вы обратились по адресу. Так что же, поосторожнее с Мандрагорой и постарайтесь не разбить горшки. Не то станет следующей жертвой. Так, можно взглянуть на ваши товары? Здесь кто-то умер. Да и хрен с ним, что умер. Что у вас можно купить? Well, let's see, we show you some of what's available. Так. Пока оставлю. Ну и вот, наверное, вот эту шапку тоже могу продать. Бог с ним. А у вас могу купить что тут? Волшебное растение, которое издает рычащий крик, когда его вырывают из земли. Так, ну это мандрагора. Так, ядовитый. Ни хрена себе по сумме-то. Предметы для выручай комнаты. Семена китайской капусты. Семена мандрагоры. Семена ядовитой тентикулы. Нет, пока не надо. Не знаю, что мне, где и когда пригодится. Lumos. Ревелио. Так. Это какая-то крыша, дымоход какой-то. Давайте посмотрим. Hogsmeade, here I come. Так. Вон она, бабочка. Акио. Lumos. Пойдем. Как хорошо, что у этих зеркал, они, блин, недалеко находятся-то все. На. Собрал. Вышел. Вот тут есть. Так, надо сохраниться. Сейчас, минутку, сохранимся. Сохранить. Получилось. Давай. Ревелио. О, кто-то есть там. Инсендио. Акио. Хе.
Левиосо. Так. Левиосо. Акио. Левиосо. Пока. Эта хрень не поднимается, слишком тяжело. Так, что-то я насобирал такой. Хорошо. Так, задания мне нужны. Задания. Так. Карта Хогвартса, естественно. Так, это... Вот сюда. Телепортируемся. Задание выполнено. Ох, получилось все. Апельсинки. Ладно. Так, надеюсь, у меня сейчас новое заклинание дадут. Какой-нибудь вах. А там, кстати, какой-то огонь еще был. Может, вот его и как раз и дадут выучить. Буду мощнее огнем стреляться. Многие задания имеют определенные требования к заклинанию, которые вы владеете. Блин. Вы можете ускорить время, используя карту, нажав F. А, надо подождать время, когда она сюда придет. Да, вот так. Все, понял, как это действует. Давай. Где ты? Левиосо. Акио. Да где ты? Почему я должен тебя ждать? Опа. Отразили. На. Отразили. Старая клушка, давай. Все что-то пишут, стараются, что-то делают. Все. Все ушли, остались только я. Стоять. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Давай. Говори, бабулька. Профессор, новые задачи тоже сделаны. Well done. Прекрасно, значит, вы готовы к изучению Экспеллиармуса. Сосредоточьтесь, обезоруживающие заклинания порой достаточно, чтобы справиться даже с сильнейшими темными волшебниками. Давай. Для заклинания нужна сосредоточенность и твердая рука. Давай. Ну как бы то ни было, я все равно выучил это заклинание. Good work.
Хорошо, если так. Профессор, если у вас найдется минута, да, что такое? Вы учитесь в Хогвартсе? Так, вы бивает палочку или другие оружия из рук врагов, различные типы врагов реагируют на это по-разному. Так, а почему вы спрашиваете? Мне любопытно узнать, как изменился Хогвартс за эти годы. Вот как. Ну, вы наверняка уже сами заметили, что замок порой полон неожиданностей. Тут зачастую меняется не только направление лестницы. Это я так уже вижу. Что ж, для учеников, то они, по-моему, с каждым годом становятся все более способными. Однако в мое время ученики шалили ничуть не меньше, чем сейчас, когда я была старостой, постаралась закрывать глаза на всякие проказы. Хотя однажды я сделала выговор некому Финеасу, так, Блэку, за последний сахарного пера на уроке. За поедание сахарного пера на уроке. Я и не знал, что вы учитесь здесь одновременно с профессором Блэком. Внешность будет обманчива. Видите ли, меня однажды ранило само время. Ну, вот так вот и бывает тоже. Само время в голове не укладывается. Ну, на моей предыдущей должности были свои риски. Вероятно, вы знаете, что я много лет проработала невыразимцем в министерстве. Невыразимцем? А что это? Вполне понятным причинам я не могу рассказывать о том, чем мы занимались. Достаточно сказать, что это довольно опасная работа. Надеюсь, на некоторое время вы удовлетворили свое любопытство. Да, спасибо, что поговорили со мной, профессор. Продолжайте упражняться во владении палочкой. Неприятности могут подождать где угодно, как в самом замке, так и за его пределами. Вот так скажем. Надо было поделиться этой способностью-то. Так. Ну-ка, давай посмотрим. Так, палочку, чтобы выбить у него... А какая из них палочка? А, вот она. Да. Ага. Так. Все понятненько с тобой. Только мне она сейчас способность-то это не нужна, конечно. Я бы, конечно, бы... Вот на эту способность как-то можно переделать. Как? Я бы вот так вот переделал бы. Так, невидимость мне пока не нужна. Ладно. Палочку могу выбить. Что у меня, кстати, за задание-то остались тогда? Сейчас посмотрим. Заклинание. Нет. А, задание. Так, целая куча камней. Тренировка комбинаций. Так, часовая башня. Мне нужно отправиться туда и найти... Тренировка комбинаций. Нет, мне надо вот это. Требую уровень 4. Да вроде у меня 4 уровень. Должен справиться. Телепортация, подожди. За каким хреном я тут бегаю-то? Статуи, правда, еще есть, которые надо разблокировать. Вот так. Надеюсь, угадал. Ох ты, ох ты! Ох ты, ах ты, силы космонавты! Белый контур показывает на вашу текущую цель, это мы знаем. Давай же, давай. Экспериментарто. Или что у них там? Что, палочку обезоружить? Обезоружить его, палочку забрать. Ладно. Вообще комбинация мощная можно сделать. Палочку забрал, притянул его к себе, нахреначил огнем, потом подбросил еще раз нахреначил его.
Ну, если, конечно, он один. Ревелио. На. Я напакостил. Что случилось? Говорите. Что случилось? Что приключилось? Это все могло случиться, приключиться однажды с каждым. Не вижу. Ага, вот. Ходит профессор. Зелье варенье — это самый сложный и опасный предмет в этой школе. Ученикам пятого курса потребуется невероятное прилежание и эрудиция. Конечно. Этот семинар мы начнем с рябинового отвара. Мистер Такар может рассказать нам, чем может быть полезно это конкретное зелье. Да, профессор Шарп, рябиновый отвар используется для обработки ран и в некоторых случаях как заживляющее средство. Он может исцелить некоторые раны, но далеко не все. Гриван получает очки. К концу этого занятия каждый из вас сварит свой собственный рябиновый отвар. Никогда не знаешь, когда он может пригодиться. Приступайте. Хорошо. Побочные ингредиенты следуют равномерными и уверенными движениями. Так. Добавляя порошки в зелье, будьте осторожны. Случайно чихнув, вы можете стать причиной катастрофы. Так. Надо помешать, в какую сторону-то? Так. Ну. Смотрю, многие не забыли, как обращаться с котлом. Опа, а я что, первый еще и сварил? Хм, это зелье не из самых простых. Хорошо. Судя по тому, что я слышал о ваших подвигах в Хогсмиде, вам не помешает изучить защитное зелье Эдурус. Профессор Уизли ведь сказала, что вам нужно достать. Да, хорошо, на сей раз можете взять нужные ингредиенты у меня в кабинете. Но в будущем вы должны будете приносить собственные ингредиенты. Некоторые из них можно получить из растений, которые вы выращиваете на уроках травологии, но более редкие придется добывать самим. Однако какие-нибудь ингредиенты достать весьма непросто, для этого нужно проявить изобретательность. Когда закончите зельем, зайдите ко мне, любопытно будет узнать, у вас талант или вам просто повезло. Вот так вот, ни хрена себе, ладно, а где я могу? Давай. В кабинете, да, могу? Да нет, профессор, что мне надо было сделать? Да не то. Опа. Прочитаем. Про что тут пишут? Соберите яйца, так, соберите мех. Мракоборцы, так, мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно от темных магий. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Он непростой чувак. Так, ладно. Что-то здесь вижу. Да пошел ты в жопу. В сторону. Блин, где-то что-то нажал. Мне показалось, что профессор Шарп разрешил тебе зайти к нему. Да, все верно. Даже не буду объяснять. Он послал меня за ингредиентами для еще одного зелья. Превосходно, дружище, тебе представилась необычная возможность.
I'm Gareth, by the way. Кстати, меня зовут Гаррет. Гаррет Уизли. Скажу без ложных промыслов, у меня талант творить зелье. Да, сейчас. Приятно познакомиться. Простой. А профессор Уизли твоя родственница? Она моя тетя, и она слишком старательно за мной присматривает. Но она не вездесуща. Слушай, зелье Эргус даже тролль сварит без труда, а я работаю над одной штукой, которая точно произведет фурор. Мне не хватает лишь последнего ингредиента, который придаст особую изюминку. Полагаю, с этим тебе нужна помощь. Я знаю, что ты быстро схватываешь. Мне нужно одно перышко фрепрупа, раз уж ты все равно будешь в кабинете всего разрешения, может, прихватишь мне его? Я смогу достать тебе это перо. Хорошо, попробую. Я смогу достать перо, если ты уверен, что шарп не рассердится. Уверяю тебя, он не рассердится. Перья фрепрупа не особо ценны. Ты даже не представляешь, что именно я говорю. Возвращайся ко мне, как только захочешь. Твою ж мать-то. Так. Помните, главное сделать так. Вот так. Ну давай посмотрим. Вернитесь Гаррету с перо Файпера. Файпера. Фейрупа, блин, Файпера. Какая хрена разница. Вот перо. Отлично, спасибо. Еще немного и будет готово. Продолжай варить свое зелье, и я скажу тебе, когда закончу. Ну, блин. Ладно. Так, а что мне надо? Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Зелье, которое усилит защиту выпьешь, пока прочность каменной кожи. Так. Время варки. Хорошо. Так. Эдурус. Зелье Эдуруса. Я рябиновый отвар, блин, варю. Давай. Варим Эдурус. Я и так его варить собирался. Ну, блин, тут по времени еще. Помешивать надо, добавлять что-то там. Вот. Эта тряпочка там. Я уж не помню, я брал вообще такого, нет. Сколько рецептов можно там, блин, взять, собрать. И временный эффект у него, или постоянный, тоже вот неизвестно. Сок мурлок листья бадьяна. Так, мне еще мурду кола надо какой-то там. Gareth, not again! Oh, smells! Dragon dung. What have you got there? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Так, ну я же приготовил. That'll be points from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. Это дело рук не только мистера Уизли. Мне удалось сварить зелье Дурус, профессор. Удивительно, что вы нашли на это время, ведь как вы заняты, помогая мистеру Уизли творить хаос. Прошу прощения, я даже отмазываться не буду. Я не настолько жалок, чтобы еще и мазаться там кого-то в таком пустяке. То, что хаос будет, я ожидал, кстати. Я ж не виноват, что он такой. Ну, говори давай быстрее. И ничего не сделаешь. Реплику. I'm sorry, professor. Прошу прощения, профессор, я просто не умею отказывать друзьям помощь. Я уважаю людей, которые отвечают за свои поступки. Будем считать урок, вы усвоили. Ну и хорошо. Что касается вашей сегодняшней работы у котла, скажу, что вы хорошо справились.
Признаюсь, поначалу я был настроен скептически, ведь я даю своим ученикам углубленную программу, а вы новичок. Я рад, что мне удалось оправдать ваши ожидания. Да, такое случается редко, но запомните хорошенько, вы еще не знаток зельеварения, пока нет. Вы должны твердо знать, как сочетаются между собой различные ингредиенты, и это мало. Важно понимать, что они из себя представляют. Вот я согласен с тобой. Прилежно изучайте травологию, вам предстоит выращивать растения, которые используются в зельях, которые вы варите на своих уроках. А теперь рекомендую вам поискать себе место для практики в зельеварении. Горячий котел нельзя оставлять где попало. На сегодня все. Хорошо. Да. Да уйди. Так. Доступно новое задание. Подожди. Сейчас узнаю, что с этим чуваком не так. Интересный был урок. И все благодаря тебе. Не совсем тот результат, который я ожидал, но все равно вышло здорово. Спасибо за помощь. Надеюсь, Шарпа не было в плохом распоряжении духа, когда ты показал ему свое зелье. Я слышал, как оно что-то сказал про ответственность. Ну, вот так вот. Профессор Шарп был недоволен, но мне удалось все уладить, не переживай. Какое облегчение, он, наверное, посмеялся от души, когда мы сделали там. Может, Шарп и выглядит угрюмым, но готов побороться об заклад, что он и сам взорвал бы тут все. Пойду-ка я, обещаю, что в следующий раз будет меньше взрывов. Ага, пиротехника. Ромат. Так. Так, я хочу собрать то, что у меня там по растет. Надо собрать. Кстати, я еще даже не знаю по поводу капусты. Это она выросла. Я ее вроде не садил, но она там была первоначально. И может быть, она там все еще растет. Это вроде как небольшой бонус. Забегай каждый день или каждый сколько-то времени. У меня там горит. И бери капусту эту. Она мне пригодится. Может, на кого нападет. И съест. Вот такая капуста пукающая. Да. Подсказка. Используйте, чтобы сделать привязку к цели. Это мы знаем. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так. Капусты нет. Плохо. Ревелио. Так, а что, я посадил, растет? Растет. Блин, можно так вот садить, чтобы еще больше садил? Так горшков рассадил, тут нахрен и все. Ладно. Сейчас мне не сюда надо. А давайте-ка вот сюда. На. Вот сюда. Пешочком хочу пройтись, собрать пару камушков. Я так думаю, они мне пригодятся. Так. Значит, нужны горшки, семена. Но почему-то одно растение у меня только показывало, что я могу только с одним растением, пока я бадьян. Он мне нужен. Это все-таки в моей жизни. Так, подожди, сохраниться. Самое главное, сохраниться надо. Помню, я у меня тут лагало. Графика не прорисовывалась, и я кое-как прошел этот отрезок небольшой. Он вроде небольшой отрезок, но я проваливался на нем пипец как. То я, то мой спутник. Ревелио. Так, хочу кое-что так тут сразу сделать, если получится.
Так, туда не пройти, туда не пройти. Здесь не залезть. Так, не запрыгнуть. Так. Ревелио. Ладно. Тут у нас небольшой. Обрезок, отрезок есть. Так, так, так. Хорошо, так. Там мы еще пока не были. В игру мы пока еще не играли. Это замки надо снимать как-то. Заклинания учить. Ревелио. Протего. Лумос. С вами что сделать можно? Акио. Левиосо. Вас не видно, да? Но вы есть. Ревелио. Про вас-то я помню. Про животных. Опа. А тут нету. И не все-то так просто. Ладно. Стой. Ревелио. Так, надо проверить, что здесь есть. Тут нету ничего, ну комната пыток какая-то. Incendio. Incendio. Levioso. Accio. Ладно. Посмотрим сейчас. Incendio. Так. Ревелио. Блин. Куда, куда, куда? Ладно. Вниз. Лумос. Левиосо. Акио. Так, а что у меня еще есть? Какие еще есть? Ну давай починим, попробуем тогда. Выброс, так. Нет, это вот, а это. Репаро. Мне почему-то кажется, что это поджечь надо. Инсендио. Только вот. Ревелио. Как это делается? Ну-ка, там какой-нибудь есть другое? Так, это что? При попадании наносит сильный урон. Так. Конечно, нанося значительный урон. Вот это может еще тоже. Дальнебойная вспышка. Вот это, наверное, дальнебойная вспышка. Так, а мне, подожди, мне переделать надо, мне сейчас зачем? Мне надо
Левиоса. Все, бежим. Ревелио. Так. Вот, видите, не прорисовалось. Сейчас побегу и провалюсь нахрен. Так. Кто-то не понял, а что? Ревелио. Водичка для меня что, опасно стало, что ли? Вот так. Ваши недоработки, непрорисовки. Я обошел стороной. Какое-то растение вижу. Так. Не сюда. Да. Выходи. Такс, такс, такс. Интересно, смогу я собрать еще разок? Смогу. Не помню, для чего это надо, конечно. И надо ли это мне? Давай. Сыпай. Так. Там кто там бегает? Так, еще одно открыл, не знаю, чего так, к чему, конечно, что-то делать может надо, поговорить с ним что ли? Сейчас, минутку, я отыграюсь на вас. И вы у меня все попляшете. И вы у меня все узнаете. Так. Давай, с последней контрольной точки. Эй, палочки его заберу сейчас. Так, так, так. И поганки, семена же ингредиентов можно приобрести в волшебной брюке. А где сажать-то? Мне грядку надо большую. Столько много горшков. Так. Давай. Действуй, злодействуй.
Вот. It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. Еще что? Так. Камушки, камушки. Revelio. Это я куда бегу? Не здесь. Ну ладно. Так. Ревелио. Он опять там обосновался. Они там бесконечны, что ли? А вот а и чё-то Ревелио. С них что-то можно было взять, я так понимаю. Так. Акио. Ревелио. Ладно. Как-то этих птичек прикармливать, что ли, надо, или что-то? Ладно. Ревелио. Сюда зайду, гляну, где-то там внизу этот негодяй. Оп. Эй, хоп. Ла-ла-ра, ла-ла-ра. Let's get this over with, shall we? I have things to do. Разбил. Ревелио. Вот такой вот тут чудак. Какой-то уличный чудак повесил лыжи на прокат. Так, растение. Оп. А мы их соберем. Или что, или ночью не собираются? Нет, все собираются. Давай. Так. Здесь сейчас разобьем. Так. Не знаю, что насобирал, кого наделал.
Так. Ревелио. Посмотрим на одежду, что у меня там собралось с одеждой. Шляпа. Закрыта. Закрыта. Ладно, пока нормально идем. Куда надо дойти? Ревелио. Так. Мост. А, вот так я бежал что-то. Ой-ой-ой. Собирательство можно заниматься все время. А, здесь я был. Все, понял, где я. Действительно был. Бежим, бежим, бежим. Не в ту сторону свернул. Не там повернул. Я сюда под мост спускался, а потом ушел. Он в другую сторону. Так. Точно как готика, блин, ходишь, собирательством занимаешься. Кто, где? Курица. Вообще не туда. Какого хрена ты туда слез вообще? На. Потом устал от тебя так бить. Вот так. Задание так, победить темных волшебников. Господи, у меня такое задание даже было. Ну ладно. Сейчас подождите, победю их. Это бонус, наверное, да, за них. Они что-то охраняют или нет? Ревелио. Левиоса. Дворняк тоже победил. Тоже какое-то задание выполнил. Стой. Ревелио. На, пирамидку. А там какой-то у них лагерь, кстати.
Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poke. No. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Reducto! Leviosa! Expelliarmus! No. Accio! Oh, so not so your eyes! No! Incendio! Accio! No! No! Так. Акио. Экспеллиомус. Кламби. Акио. Инсайд. На. Тех победил. The beast. Ревелио. Так. Ну, с жизнями, ладно. Сейчас разберемся. Что вы тут охраняли? Так. Ревелио. Иди сюда. Туда я пока не хочу, но вот здесь пещера, мне интересно. Так, сохранюсь. Пещеру тогда, мне интересно зайти, что там. Так, сохраняемся. Задание, коллекция, инвентарь. Снаряжение. Получил. Вот видите, не зря сунулся туда. Ладно, сейчас посмотрим, что в пещере. Ревелио. Так. Что такое? Где-то вынырнул. Ну, давай. Опа. Ревелио. Ага. Подожди. Нет, больше ничего нету. Оп. Сейчас отойдет немножко, и мы вылезем. Все, бежим. Какую-то вещь одну взяли. Тут уже светает. Ревелио. Мне интересно знать, кто там. Волки. Да. Ревелио. Акио. Yeah.
Левиосо. Давай. Опа. Все собрал. Ревелио. Правда, ночью ни хрена ничего не видно. Ладно. Немножко покурались или пора и сваливать отсюда. Все такие заклинания с палочкой, да. Прикольно. Обезоруживать. Так, нам надо через деревню бежать, я так понимаю. Собирательство. Ой. Да ничего страшного. Давай. Ох ты. Вот так бы упустил бы, да? Со своими телепортациями бы и не было бы там. Так. Что ты? Ладно, не булькай. Так. Ну что ж, я сохранюсь и думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся уже в следующем видео. Пока.